Депутаты Сената предлагают временно отозвать лицензию авиакомпании «СКАТ». Соответствующий запрос сегодня на пленарном заседании Верхней Палаты озвучил Жабал Ергалиев. Народный избранник всерьез обеспокоен качеством самолетов и квалификацией сотрудников компании. По его мнению, необходимо провести масштабную проверку «СКАТа» из-за участившихся поломок его самолетов. Напомню, только с начала апреля с воздушными средствами авиакомпании произошло 2 ЧП. Вот недавно, 1 апреля, а потом 7 апреля, самолет авиакомпании «Снов» был вынужден посадкой в аэропорту Астана. А почему мы рискуем? Почему рискует авиакомпания «СКАТ» с жизнью наших пассажиров? Я поднял вопрос временно приостановить вот это деятельность авиакомпании «СКАТ», проверить техническое состояние, проверить вот это профессиональное состояние летчиков этой данной авиакомпании, потому что нам дорог человеческий.